Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Приветствую вас в 59-м уроке видеокурса «Landing Page» для начинающих. И в этом уроке я хочу вам показать виджет, который позволяет сделать доступ по паролю к каким-то внутренним страницам Adobe Muse. В принципе, к любым страницам. Это виджет до безобразия прост. Здесь пароль является названием страницы внутренней. Давайте сначала посмотрим, как он работает. Вот ссылка здесь. Текст, соответственно, здесь в виджете можно задать любой. То есть супер бонус только для подписчиков. Я, например, хочу зайти, и у меня всплывает такое окно с предложением ввести пароль. Если я пароль не знаю, например, давайте левые какие-то цифры попробуем вбить. У нас каждый раз будет вот такая страница, если мы неправильно вписываем в пароль. Также, если мы нажмем ОК, ничего не произойдет, или отмена. Смотрите, это может быть пригодится вам так. Например, вы подготовили какой-то действительно ценный материал, ценный бонус, и не хотите просто так отдавать его всем подряд. Соответственно, у вас есть какая-то своя база подписчиков, например, и вы только своим людям, своим подписчикам высылаете, например, пароль к данной странице. И только эти люди смогут сюда войти, потому что они знают пароль. Да? Главное, не выводить эту страницу сюда, например, куда-нибудь там в меню, чтобы ее действительно не было видно. И давайте попробуем ввести правильный пароль. Я страницу назвал просто Muse. И давайте я нажму на кнопку ОК. И у нас, если пароль верный, вы видите, меня перебросило на другую страницу. И здесь я просто для примера написал бонус. Давайте перейдем в Adobe Muse и посмотрим, как это все работает. Вот структура страниц, да? То есть вы просто вот по плюсику создаете любую страницу. И паролем будет являться, как я уже говорил, вот название страницы, да? Здесь можете какие-то цифры, какой-то сложный пароль там придумать, если вы хотите. Страницу все равно не видно, да? Этот пароль вы будете высылать своим подписчикам. Потом заходите в страницу и, соответственно, перед тем, как вывести на главную такое предложение, что у вас есть какой-то бонус, вы должны тут эту страницу красиво оформить, прикрепить какой-то действительно ценный материал, ну а потом уже давать как бы пароль. Значит, запоминайте название страницы, переходите на свою главную страницу. Давайте я удалю данный пример и сначала попробуем настроить с вами данный виджет. Перетаскиваю виджет на сайт. Здесь у нас нет настроек, да, здесь только текст ссылки. У вас должен быть какой-то завлекающий такой текст, чтобы была интрига. То есть написать там супер VIP бонус там или что-нибудь по вашей теме, может быть что-то, да? То есть вы просто здесь меняете, ставите любой текст. То есть виджет уже так настроен, да, что есть скрытая страница и он в любом случае ее покажет. Вот в принципе и все, да? То есть вот вписываете название. И виджет уже будет работать. Давайте поработаем с его внешним видом. То есть это у нас является просто ссылкой. Если мы посмотрим в браузере, то у нас есть какая-то некрасивая ссылка. Давайте поработаем с ее дизайном. Для начала давайте уберем стандартные настройки всех ссылок в Muse. Переходим в файл, свойства сайта. И вот здесь вот стандартный, значит, подчеркнутый мне не нужна. Убираю галочку, меняю цвет. Я хочу, например, текст, чтобы был желтый. При наведении пускай будет серое. Снимаю галочку, чтобы подчеркнутые тоже не было. А эти состояния, например, мне не нужны. Я их просто выключаю. Все, окей. А дальше, смотрите, выделяйте просто вот этот ваш виджет, да, переходите в инструмент текст и меняете все, как вам тут нужно. Значит, размер, самое интересное, шрифт. Любой ваш шрифт, какой у вас тут установлен, можно поменять. Так, давайте его немножко расширим. У меня делится на две строчки. Например, вот так. Ну и, например, хочу, чтобы она выглядела как кнопка, да? Поэтому мне нужна заливка заднего фона, поэтому я иду заливка. Беру, например, вот этот цвет своего сайта, обложки. И давайте поработаем немножко еще с отступами. Перехожу в инструмент текст. В параметре интерильяж я выставляю, например, 200, чтобы текст отступил от верхней границы. Так, с красной строки можно тоже отступить, чтобы текст был посередине. Вот, допустим, вы настроили, да, теперь вы понимаете, как внешний вид тоже можно изменить.
Также можно здесь и с эффектами поработать, тень, например, сделать скругленные края, как угодно. То есть также с этим виджетом работаем, как с обычным, например, инструментом текста, да, или инструмент прямоугольник. Итак, вот у нас, в принципе, имеется такая кнопочка. Можете ее как-то красивее оформить, где-то располагаете на сайте, и у нас вскакивает «Введите пароль». У меня правильный пароль Muse. И меня перебрасывает на страницу. В принципе, об этом виджете все. Если вас виджет заинтересовал, под этим видео будет ссылка на мой сайт. И вы можете на моем сайте без регистрации скачать данный виджет. На этом все. И увидимся в следующем уроке. Наверное, трудно представить себе современный лендинг-пейдж, сделанный в Adobe Muse, без сторонних виджетов. А где же их взять, спросите вы? Специально для вас я подготовил пак качественных и самых востребованных виджетов. 121 виджет ждут вас. Всего в два клика вы сможете скачать абсолютно бесплатный, потрясающий виджет. Например, меню для мобильных устройств. Несколько вариаций мобильных меню. Уникальные слайд-шоу. Всевозможные эффекты с текстом. Круговой прогресс-бар. Маска с текстом. И многое другое. Чтобы скачать виджеты, перейдите на мою страничку, адрес, который вы видите у себя на экранах. Просто впишите сюда свой рабочий электронный ящик и нажмите на кнопку «Забрать виджеты». К вам придет письмо с подтверждением вашей электронной почты. Обязательно подтвердите, иначе виджеты не придут к вам на почту. Второе письмо придет к вам автоматически, где вы сможете скачать 121 виджет. Делайте лендинг-пейдж, делайте их круто!